Спорт высших достижений начинается с упорства. Это на собственном примере доказал двукратный чемпион мира по кудо Эдгар Колян. Теперь турнир его имени – шанс для сотен других спортсменов, титулованных и начинающих дотянуться до спортивных высот. В субботу в Иванове всероссийский турнир по кудо на призы двукратного чемпиона мира Эдгара Коляна прошел уже в 8-й раз. География соревнований за годы проведения существенно расширилась. Начиналось все с нескольких десятков бойцов. Количество участников увеличивалось из года в год. В 2018-м это уже рекордные 300 человек. Причем не только из Центрального федерального округа. 16 регионов России принимают участие в данном турнире. Спортсменов порядка 300 человек. Лучшие спортсмены России, которые участвуют в нашем турнире. Мы популяризируем спорт, стараемся развивать, вводить его в массы. Поэтому как раз для этого мы и стараемся. Для кудаистов со всей России турнир Эдгара Коляна – шанс не только показать себя, но и завоевать почетное звание мастера спорта. С недавних пор турнир получил статус мастерского. Чемпион признается, радостно видеть, насколько вырос за эти 8 лет уровень подготовки бойцов. На самом деле очень приятно, когда столько народа приезжает. Я повторюсь, с каждым годом это число растет и растет. И молодые спортсмены, юные спортсмены, чемпионы приезжают и с такими глазами смотрят на это, то, что видно по ним, то, что они хотят повторить такой же путь, как у меня. Путь этот не был легким, но Эдгар Колян сумел нанести Иваново на спортивную карту мира. Его турнир – очередная возможность заявить о столице нашего региона, как о городе, богатом на спортивные таланты. Нашему городу, конечно, повезло, что Эдгар живет, вырос в нашем городе, и то, что мы имеем возможность проводить такие соревнования, уважаемые участники турнира, на который посвящены действующему выступающему спортсмену, который является замечательным тренером. Ну и, конечно, честь малой родины на домашнем турнире запятнать никак нельзя. Это понимает каждый участник ивановской сборной. Потому традиционно многие ивановские кудаисты становятся победителями турнира имени их легендарного земляка. Вот и на этот раз у наших ребят, многих из которых Эдгар лично тренирует, есть все шансы оставить главный трофей турнира – Кубок лучшего бойца в Иванове. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.